Всем привет! Распаковочка. Недавно приехала с магазина. Сейчас буду вам рассказывать про продукты, которые взяли мои покупатели. Спасибо, что доверяете. Сейчас буду распаковывать. Энергетический бустер со вкусом шоколада на натуральных травах. Тут содержится женьшень. Он поднимает настроение. Это для тех людей, которые занимаются спортом. Он дает энергию. Принимать его нужно по утрам. 1-4 пипетки. Он очень вкусный, классный. Сейчас я вам его покажу. Вот как выглядит внутри энергетический бустер. Вот он. Он дает энергию. Всего 4 пипетки под язык. Нужно его принимать по утрам. Очень классный, вкусный. И обязательно перед употреблением нужно его встряхнуть.